большой привет, меня зовут Наташа Гром, и это еще один влог с поездок, с покатушек. Единственным моментом я не могу вам точно сказать, я не знаю, сколько по времени он будет, но мы сейчас выехали на рыбалку, и это знаете какой район? Талдомский район. Я здесь первый раз, вот, и пока мы ехали, честно говоря, я никогда бы не подумала, что окажусь именно в Талдомском районе, потому что мне много с ним было ранее что связано, и это так прикольно. Сегодня я взяла немножко другую камеру, только очень боюсь, как бы у меня фокус не прыгал бы здесь. Поэтому, если что, я прошу прощения заранее за фокус. Его очень сложно отстроить на этой камере, когда ты не видишь, тем более у меня зрение плохое, я не вижу, что в этом квадратике здесь происходит и что здесь такое показывается. Вот, и я не знаю, сколько максимально по времени будет длины этот влог, потому что мы только что приехали, и, грубо говоря, я думала, то, что мы этот день перейдем на даче, я смогу вам показать то, что отросло, то, что выросло за тот период, пока меня месяц тут не было. Вот, а в итоге мы поехали на рыбалку. Ну, в принципе, это не так плохо, просто я как-то не думала, что по времени так получится, потому что уже вечер. Причем, знаете, такой вечер уже, ну, глубокий достаточно, просто сейчас солнце очень высоко, и есть возможность съездить на вечернюю рыбалку. Я вот в таких модных сапогах, это означает что? Что я на рыбалке, и это влог, и это вот продолжение моих поездок за город. Но природа здесь, конечно, просто потрясающая, и очень-очень круто. Мне очень такое нравится, именно такие ландшафты. Именно такая погода, когда не жарко, но комаров очень много. Если честно, я очень мучаюсь здесь от комаров, потому что их просто какое-то большое дикое количество. И они меня уже укусили сюда, за макушку, за бока мои покусали мне эти комары. Вот, и это единственный, пожалуй, минус этой поездки, потому что сейчас достаточно сыро на улице. И тут речка, кстати, это река Дубна, просто я решила вам показать, ну, чтобы вы понимали и имели представление, где я сейчас нахожусь. Потому что виды здесь красивые, на обычной легковой машине не заедешь, на моей тем более. И мы поэтому вот оказались, бери от жизни, что дают, короче говоря, вот, поэтому я здесь и... Вы слышите эти звуки? Это комары. Приехали на рыбалку, в итоге никто не умеет нормально. И вот именно хотя бы хоть немного уметь ловить на спиннинг. Радость вдохновения. В торговом центре Сергиевград. Огромный выбор мебели для всей квартиры. Вот где-то там, короче, был коршун, представляете? Летал-летал и прям падает с такой нереальной силой вниз, и, видимо, нападая на свою жертву. И вот теперь я пытаюсь его как-то выудить, но у меня ничего из этого не получается. Итак, как вы уже заметили, это еще один локейшн. Мы поменяли точку. Потому что там просто, ну нет, рыбы вообще никакой, и она не ловится, и клёва нет. И такое ощущение, что всю вы её выловили. Ну, такого быть, конечно же, не может, просто мы приехали под вечер, поэтому рыбы нет. Я сейчас вам покажу окрестности, и потом, скорее всего, будет еще одна точка, куда мы двигаем дальше. Теперь давайте заценим уровень травы. Вот моё колено.
трава. То есть трава выше колена. Вот и все. Где-то там на поле пищит птица, не могу ее найти. Но мне так хочется посмотреть, и такое ощущение, что там маленький такой цыпленочек. Ну, не цыпленочек, конечно, а птенец. Я надеюсь, что здесь змей нету, а то я уже как-то, знаете, как там сказать, так глубоко в полях я вот. И далеко мне возвращаться на прошлое место, потому что я думала, что где-то здесь птенец тусуется маленький, потому что, слышите? Вот пик-пик. Вот на одной ноте. Такое ощущение, что он где-то рядом. Конечно, комары меня сожрали, но это не повод для того, чтобы лазить и тусить и так далее, потому что клёва там нет, вообще никакого. Вот, это комары. Клёва-то вообще никакого нет, и у меня одна камера садится, я перешла на вторую и решила дальше доснимать влог. Да... Даже средство не помогает, представляете, ну, которое пшикаешь от комаров, все равно прилетают. Вы только послушайте это пение. Ну, я имею в виду вот это бззз. Вот внизу у речки гораздо все хуже, поверьте. Здесь трава еще выше. Но это у нас с вами последняя локация. И потом мы едем уже на дачу. И потом мы уже едем в Москву после дачи. Потому что время наше уже исходит здесь. В итоге, как я понимаю, мы приехали не просто к бабушке погостить на дачу, а просто сейчас все время проведем на рыбалке и потом поедем домой. Ну вот просто уже другого времени нету, чтобы, например, там тусить, веселиться или еще что-то с этим либо сделать. А время уже 8 вечера, и уже как бы так, ну, надо закругляться чуть-чуть плавно. Вот. Поэтому надо думать быстрее, что делать с этой рыбалкой. Тем более мы поймали щуку, я вам только что ее показала. Вот, ну как мы, это не я, это дед. Вот, ситуация в том, что меня заели комары, причем заели очень-очень сильно, и я не знаю, что с этим делать. Ну, вернее, я знаю, что с этим делать, у меня просто пшикалка, она не спасает, она не помогает совсем. И на улице просто так не постоишь, не посмотришь, не порыбачишь. И еще вот эта вот симфония комариная, слышите? Жесть. А в целом идеально, природа идеальна, мне очень тут нравится. Природу вы уже, конечно, видели. Вот
Мы дойдем до тех вон столбов. Вон до тех. Не знаю, видно, не видно. И все. На этом наша рыбалка и поездка к реке Дубна в Талдомском районе подойдет к концу. И я как раз-таки приеду в Москву и буду монтировать все эти видосики, потому что их очень много собирается и не хочу копить. Я вас всех-всех-всех очень люблю, обнимаю. Подписывайтесь на канал, конечно же. Ставьте лайки и до скорых встреч!